Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Книга, и это новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Более 30 кленов сорта Royal Red будут украшать Советский проезд. Мне интересно. Я буду каждый день сюда ходить и смотреть, насколько они подросли. Мероприятие, посвященное Всемирному дню борьбы с диабетом, состоялось в Центральной библиотеке. Основная задача нашей организации – это информационная. В музее-заповеднике Горки Ленинский открылась новая экспозиция «Простые вещи». Здесь есть некоторые вещи, знаки, которые неочевидны. На Советском проезде высаживают клены на месте пострадавших во время благоустройства лип. Более 30 деревьев сорта Royal Red будут украшать центральную аллею города Видное. За работами наблюдала наша съемочная группа. Работы на Советском проезде начались неделю назад. Сначала сотрудникам МБУ благоустройства необходимо было убрать поврежденные деревья. Корневая система засохших лип очень слабая. При корчевании рассыпается. Чтобы этого избежать и полностью удалить из земли остатки старых деревьев, пришлось использовать специальную технику. Стараемся минимизировать, скажем так, возможные риски того, что испортится покрытие, в том числе плитка, брусчатка. И поэтому, да, применяем технику для того, чтобы аккуратно все это сделать. Внимательно наблюдает за благоустройством 12-летний Максим Шега. По аллее пролегает его ежедневный маршрут от дома к школе и обратно. Он считает, что эту дорогу обязательно должны украшать деревья. Мне интересно. Я буду каждый день сюда ходить и смотреть, насколько они подросли. Уже когда я стану взрослым, когда у меня дети будут, я скажу то, что вот, я здесь уже был, когда только посадили клен. Более 30 красных кленов были высажены вдоль дороги. Стоит отметить, что сорт растений выбирали жители. Администрация учитывает мнение жителей, и МБУ благоустройство, безусловно, тоже. Для нас важно слышать голос жителей, и именно этот сорт, это клена Royal Red, он был выбран жителями по большинству голосов. Саженцам около 5 лет. Ежегодно деревья будут вырастать примерно на 1 метр в высоту и радовать видновчан листвой необычного бордового оттенка. Кленовые деревья красивые достаточно. Мне не очень нравится. В принципе, здесь не очень давно живем. Нам здесь очень нравится, как все благоустраивают. Каждый раз что-то новое, очень чисто в городе. Вот сейчас шли, смотрели, что деревья высадили. Очень красиво, приятно. Спасибо главе города за то, что благоустраивает город. Это очень классно. Я ко всему отношусь хорошо. Что липа, что клен. Люблю природу. Вроде были деревья, потом появился хороший тротуар. Сейчас деревья вернулись. Здорово. Специалисты отмечают, что деревья морозоустойчивы и комфортно чувствуют себя в городской среде. Место не самое простое для деревьев. Вообще городские условия – это достаточно тяжело для растений, поэтому клен – это один из видов, который достаточно хорошо приживается и растет в городских условиях. Сейчас у каждого посаженного дерева возведен защитный каркас, который обезопасит растения от погодных условий до наступления весны. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. 14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Мероприятие создано для того, чтобы проинформировать людей о симптомах и мерах профилактики этого опасного заболевания. Более подробно в сюжете Юлии Стаферовой. Всемирный день борьбы с сахарным диабетом был учрежден в 1991 году. В этот день принято рассказывать гражданам об этом заболевании. В Центральную библиотеку пригласили местную общественную организацию инвалидов-диабетиков. Основная задача нашей организации – это информационная. То есть мы должны работать над информацией, которую должны получать люди с сахарным диабетом, о различных осложнениях, о школе диабета. Мы должны работать над профилактикой сахарного диабета. Сахарный диабет второго типа действительно можно предотвратить, проявив определенные усилия. Сахарный диабет – неизлечимое заболевание, но с ним можно жить полноценной жизнью. Чтобы не допустить тяжелое течение болезни, важно следить за своим здоровьем, вовремя обращаться к врачу и принимать лекарства. Я соблюдала диету, занималась физкультурой, я все делала как положено. И я 10 лет живу с этим. У меня это не перешло в диабет, у меня преддиабет. В группе риска находятся люди, у которых есть наследственная предрасположенность, а также те, кто не соблюдает здоровый образ жизни.
Основным фактором развития данного заболевания является избыточная масса тела, пониженная физическая активность, неправильное питание. Всемирный день борьбы с диабетом дает возможность людям узнать как можно больше об этом заболевании и помочь тем, кому уже поставили такой диагноз. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В середине ноября отмечается Всемирный день доброты. Важная дата, напоминающая, как важно быть добрее друг к другу и протягивать руку помощи тем, кто в этом особенно нуждается. Активное участие в благотворительных акциях принимает муниципальный депутат Владислав Рымша. Волонтерством он занимается уже давно. Под попечительством Владислава Рымши много лет находится Видновский детский сад «Ромашка». Именно с него началась благотворительная деятельность. На сегодняшний момент действительно мы взаимодействуем с многими общественными организациями. Это и общество инвалидов, это и пятая школа наша городская, и общество узников Ленинского городского округа. Большое внимание депутат уделяет обществу инвалидов. Появились люди, кому оказывается адресная помощь и поддержка. Есть у нас, да, из общества инвалидов две семьи, которые обращались ко мне с личной просьбой. Это семья Варламова, которая в свое время попросила им приобрести абонемент в фитнес-клуб для занятий спортом. Вот. И буквально на днях была тоже встреча с обществом инвалидов, где еще одна семья вышла с подобной просьбой. Вот. По мере возможности мы, конечно, помогаем, мы не волшебники, вот. Но если есть такая возможность, естественно, мы помогаем. Владислав признается, помощь жителям города приносит ему большую радость. Приятно, когда можно оказать помощь тому, кто в этом нуждается. Это, наверное, должно идти от чистого сердца, от души. И если есть такое желание, то не надо его стесняться. Надо искать тех людей, которым вы можете помочь. Так, в общем-то, может, и искать не нужно, они сами вас найдут. Давайте делать добрые дела и помогать друг другу. Это необходимо каждому из нас. 14 ноября отмечается Международный день логопеда. Сейчас трудно представить дошкольное учреждение, в котором бы не работал специалист-логопед. Но мало кто знает, что первая логопедическая группа в Видном была открыта в детском саду «Теремок» в 1977 году. Именно в детском саду «Теремок» начала профессиональный путь Галина Сидорова, старейший логопед Ленинского округа, уникальный специалист. Она обучалась у лучших профессоров своего времени. В работе Галина Александровна применяет различные корректирующие приемы, в том числе логопедический массаж. Отработав в детских садах города почти полвека, на сегодняшний день Галина Сидорова ведет прием в детской поликлинике, консультируя детей дошкольного возраста. По наблюдению опытного специалиста, в последнее время количество детей, страдающих нарушениями речи, увеличивается. Причем нарушения речи касаются не только звукопроизношения, но и всех структур речи. Это и грамматический строй, и словарь, и связная речь. Если мы вовремя не поставим все звуки и не приведем в норму его речевое развитие, в дальнейшем это может сказаться на интеллектуальном развитии ребенка. Галина Александровна советует не затягивать с первым визитом к специалисту. Сделать это нужно не позже 2,5-3 лет. Конечно, если у ребенка нарушено произношение 1-2 звуков, то специалист даст рекомендации, как справиться с затруднениями самостоятельно. Если же дела обстоят серьезнее, то тут понадобится регулярное занятие с логопедом. Это важно сделать вовремя, потому что далее ситуация только усугубится при обучении в школе. Родители обычно вот там пропускают буквы. Да, на самом деле это тоже одна из проблем логопедических, да, когда ребенок не слышит, не различает последовательность. Часто путают «Б» и «Д». Написание «П» и «Т». Светлана Евгеньевна работает в учебно-методическом образовательном центре. Много лет назад, когда у ее сына выявились проблемы с речью, она получила дополнительную специализацию логопед и пришла в профессию. Относится к каждому воспитаннику как к собственному ребенку. К примеру, сейчас она и ее коллега помогают Ярославу и Эвальду ставить те звуки, которые им даются с трудом. Я пришел сюда, чтобы правильно говорить слова. У меня несколько звуков не получается выговорить. У обоих мальчишек проблемы с дошкольного возраста. В центр они приходят на занятия 1-2 раза в неделю. Основная нагрузка же ложится на родителей, которые должны следить за произношением, делать с ребятами рекомендованные упражнения. В учебно-методическом центре также разработана программа и для педагогов школ по выявлению дефектологических и логопедических ошибок у младших школьников. Проводятся вебинары со специалистами по возникающим проблемам.
Когда вместе учитель начальных классов и учитель-логопед, учитель-дефектолог с привлечением еще психологов, как школьных и наших, вот в разборе всех тех ситуаций, в которые педагоги сталкиваются, дети и родители. Наблюдая за работой логопедов, общаясь с ними, можно заметить одну общую черту. Все они люди общительные и открытые, искренне любящие детей. А значит, и выбор профессии они сделали верный. Татьяна Акимова, Сергей Ларин, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В музее-заповеднике Горки-Ленинский открылась новая экспозиция. Она получила название «Простые вещи». Посетители смогут увидеть предметы, которыми пользовалась в повседневной жизни семья Ульяновых, и послушать увлекательные истории, связанные с ними. Одним из первых выставку увидел наш корреспондент Максим Козлов. Полное название новой экспозиции «Простые вещи. Повседневность жителей Кремля в первые годы советской власти». На ней представлены предметы домашнего обихода семьи Ульяновых, прежде всего Надежды Константиновны Крупской и Марии Ильиничны Ульяновой, младшей сестры Владимира Ильича Ленина. Экскурсию для нас провела автор выставки, начальник отдела научно-просветительской работы музея-заповедника Горки-Ленинский Светлана Генералова. Когда человек приходит в музей, для него важен момент узнавания. Да? А что было такого у этих небожителей, да? То есть мы сейчас говорим о личностях мирового масштаба. И вот что у нас общего? А у нас вот общего как раз вот этот быт. Представленные личные вещи позволяют составить впечатление о жизненном укладе семьи Ульяновых. Например, из книги расходов домработницы за 1934 год можно узнать о том, чем питались обитатели кремлевской квартиры. Стоит отметить, что красной икры и омаров в их рационе не было. Когда говорят, что Мария Ильинична управляла, да, вот этим хозяйством, она именно давала распоряжение, она знала, как должно было быть. А черновую работу, готовку, уборку, глажку, поход по магазинам – это все делала домработница. И вот как раз вот эта книжка о том, вот, что покупала домработница, какие продукты именно. Ну, мы видим, что и список продуктов тоже достаточно простой. Рис, мука, макароны, чай – масло, сахар. Мария Ильинична вела хозяйство семьи Ульяновых. Наверное, поэтому большинство вещей на выставке принадлежит именно ей. Среди радионаушников и прибора для укладки волос есть и довольно милые вещицы, оставшиеся, видимо, еще с дореволюционной жизни. Это бальная книжечка. С такой дамы в 19 веке ходили на бал. И на этих страничках записывали, с кем какой танец они будут танцевать. Но я вам могу сказать совершенно точно, там, конечно, не очень разборчиво, но мы понимаем, что это не танцы там записаны, просто какие-то простые бытовые такие заметочки. А кто это? Чьи заметки, чья рука? Это было найдено в комнате Марии Ильиничны. Всего в фондах музея-заповедника Горки-Ленинский хранится более 2000 личных вещей семьи Ульяновых. На этой выставке представлено только 50 экспонатов, но каждый из них имеет свою интересную историю и хранит немало тайн. Здесь есть некоторые вещи, знаки, которые не очевидны для сегодняшнего посетителя. Даже люди моего поколения, вот в частности, да, нашего поколения, да, не могут отгадать, например, что вот это. Мы не будем на камеру говорить. Приходите и отгадывайте. Или вот здесь вот тарелка, да, на ней написано ИВОБД. Вот тоже загадка. Откуда пришли эти тарелки? Откуда они в доме? Экспозиция, находящаяся в музее кабинета квартиры Ленина в Кремле, будет работать до 31 декабря 2023 года. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания.